Наша съемочная группа решила убедиться, насколько популярны в торговых точках местные продукты, и отправилась по продуктовым магазинам вместе с представителями администрации столицы республики. Проверка торговых точек на наличие товаров местного производства проводится впервые. Сеть магазинов «Калач», как оказалось, образцовое и единственное предприятие торговли, где представлена вся продукция, которую выпускают местные товаропроизводители. В каждом магазине у них вот по вопросы, значит, совершенствования выкладки товаров, у них проблем нету. Проблем нету реализации и проблемы нету по продвижению товаров. Еще один магазин, который попался на пути инспекции – «Сонар-18». Совершенствованная там выкладка товаров, они как аккуратно все выкладывают, так ведь это уже очень хорошо. А то бывает полностью горкой там положат и просто никакой эстетичности нету. Цены низкие, хорошие цены, это же фирменный магазин. Часто сюда приходите? Да, постоянно. И за бифштексами я хожу, потому что все натуральное. У них натуральное мясо, никаких там добавок, ничего нету. Проверила высокая комиссия и магазин сети продуктовых супермаркетов «Севен». В нашем магазине представлена молочная продукция. Значит, в большом ассортименте продукция «Юнимилка» присутствует. Значит, продукция Козловского молочного завода. Большой популярностью, потому что продукция пользуется спросом, вкусная. Люди как бы любят ее и берут часто очень. Вот но консервированная продукция, да, у нас есть Чебоксарского вовсе не представлено, да, вот это давайте плохо. У нас есть свой Альгешевский же есть у нас. Ну, наша задача, чтобы увеличить, во-первых, ее наличие в магазинах, увеличить ее количество чувашской продукции именно на видных местах. Это то, что называется золотая полка. То есть на уровне глаз, на уровне руки. И она должна бросаться в глаза. Подобные проверки магазинов на наличие местной продукции пройдут во всех торговых точках города. После таких визитов станет ясно, каких товаров не хватает на прилавках. И затем будут предприняты конкретные меры по продвижению чувашской продукции. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.